В автопарке Деда Мороза разовые изменения: вместо сани и оленей – пожарная машина. Техника внушительная, под стать празднику, а главное – делам волшебника. Праздник приехал в санаторный детский дом и специальную коррекционную школу-интернат номер один. Дед Мороз и Снегурочка устроили для ребят экскурсию, рассказали, что внутри пожарной машины и как она устроена. Также детям вручили подарки, причем на этот раз Дед Мороз свои обязанности доверил настоящим пожарным. И, разумеется, какой детский праздник без хоровода. Правда, в этот раз ребята кружились вокруг пожарной машины, а не елки. Если бы человеком был каждый я, стены общего дома не тлели зря.